Вся медицинская общественность сейчас брошена в бой с опасным коронавирусом. Врачи и медсестры занимаются либо лечением заразившихся пациентов, либо предотвращением новых случаев. Ну а что делать тем, кто заболел обычными в данный период простудами, ОРВИ и гриппом? Об этом наш сюжет. Сейчас пробиться в любое медучреждение региона сродни преодолению какого-то мудреного квеста со шпионским уклоном. На входе обязательные маска и бахилы, а еще лучше вместе с перчатками. Ибо можно только догадываться, сколько не самых здоровых людей подержались, например, за эту дверную ручку. Потом измерение температуры бесконтактным способом. Здесь же вам неизбежно придется вытерпеть пристрастный допрос, подчас с довольно неожиданными вопросами. Самочувствие, температура и не были ли вы за границей, не контактировали с тем, кто приехал оттуда. И лишь не вызвав подозрений у бдительных врачей, можно попасть дальше, как говорится, на следующий уровень. И вот вы заходите внутрь. А тут практически пусто. Как, например, в третьей поликлинике. Там в коридорах всего пара человек, которые рискнули лично прийти на прием. Остальные, говорят врачи, перестраховались и вызвали доктора на дом. С острым заболеванием и в это время не рекомендуется первичный приход в поликлинику, а рекомендуется оформить вызов врача на дом. Ну и понятно, что доктор оформит больничный лист, все остальное. Но с последующей явкой приглашение будет уже в поликлинику. Некоторые люди, не зная о возможности вызова на дом врача, приходят на прием именно для получения больничного. Ведь что делать и куда обратиться, не выходя из дома, они даже не представляют. Медики говорят о том, что сейчас существует три категории граждан, которые могут получить больничные листы без личного визита к врачу. Первая группа – это как раз те, кто нуждается в осмотре врача из-за сезонных заболеваний или острых приступов. Их медики предостерегают от личного посещения и настаивают на вызове терапевта на дом. Таких заболевших, кто прислушался к советам и оформил консультацию вне стен учреждения, ежедневно больше 20 человек. Второй категорией являются люди, которые недавно вернулись из путешествия. Для них получение листка нетрудоспособности упростили. Человек, который пересек границу, он там оформляет анкету, сообщаются паспортные данные, контактный телефон, адрес. Все эти данные оперативно передаются через Росздравнадзор в поликлинику по месту жительства. И, значит, по получению сразу же мы ему звоним. И, значит, на определенный день берем мазки. Но если человек чувствует себя хорошо, и каждый день спрашиваем его самочувствие. Если человек чувствует себя хорошо, он звонит на горячую линию, и ему оформляется, опять же, больничный лист, минуя поликлинику. Третья категория, для которых теперь отличается оформление больничных, это работающие люди старше 65 лет, которые сейчас должны находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания. Они вообще не должны ходить по больницам в период пандемии. Больничные для них будут оформляться дистанционно на срок с 6 по 19 апреля. Они, да, будут находиться дома, а для них будут сгенерированы электронные листки и в последующем оплачены. Единственная задача, наверное, такого сотрудника – связаться с работодателем и сказать: «Быстрее передайте на меня сведения в фонд». Все. Дальше дело за работодателем. Он в кратчайший срок должен заполнить реестр прямых выплат страхового обеспечения, сокращенно ПВСО, по своим сотрудникам 65 лет и старше, и отправить эти сведения в фонд социального страхования. На основании этого реестра уполномоченная медицинская организация сформирует больничный лист, осуществит выплату пособия. Хотела бы, пользуясь случаем, как раз и обратиться к работодателям Тверского региона, чтобы они, несмотря на то, что вот объявлены очередные периоды нерабочими днями, да, для кого-то, чтобы, несмотря на это, все-таки организовались и нам сведения передали. Большинство работодателей это осуществляет в электронном виде. Ресурс есть, ресурс функционален, очень, ну, успешно он работает, поэтому мы надеемся, что в течение буквально 1-2 дней мы все уже получим. Стоит отметить, что для таких граждан старшего возраста действует одна особенность. При нарушении самоизоляции и выходе из дома они должны будут возместить фонду выплаченную сумму пособия по больничному листу. От себя добавим, что если у вас при обращении за медпомощью будут возникать какие-то вопросы, то вы можете обращаться к нам по телефону горячей линии 341-341. Оставьте свое сообщение и ваши контакты, и мы обязательно постараемся вам помочь.